Конец вкусной жизни. По решению суда еще в прошлом году арендатор земельного участка на улице Политехническая должен был снести продуктовый ларек. Однако хозяин передвижного мини-магазина продолжил торговать. Теперь постройку снесли в принудительном порядке. За несколько часов ларек был полностью ликвидирован. По словам местных жителей, несмотря на запрет продажи алкоголя около вузов, в мини-магазины незаконно торговали спиртосодержащей продукцией.